Всем привет! AMS Ice Baking Challenge, суть в которой заключается: первое, принять участие в обливании ледяного ведра и пожертвовать $10-20. И второе, не принимать участие и пожертвовать $100. Но если первое вы принимаете участие, то вы можете кинуть вызов следующим трем участникам: мировой флешмоб, целью которой собрать пожертвования на изучение болезней боковой амиотрофический склероз, и также эта акция проводит как мировой флешмоб. Если не забуду, то где-нибудь вот здесь вот размещу скриншот, как я отправим пожертвование в этот фонд. Также оставлю ссылочку в описании. Короче, погнали! Поехали. Берем ведро. Вот. Наполняем ведро. Сегодня у нас осень, первый день. Вот, кидаем туда лед. Погода не очень. Вот весь лед кидали. Вот он, смывает весь лед, как вы видите. Даже можете проверить. Этот вызов я передаю губке Боб. А не губке Боб, я не могу передать вызов, так как он морской житель. Короче, выполняю.
вызов передаю Крику, передаю Анонимусу и передаю Джейсону Вурхису. Хватит. Короче, передаю этот вызов Линкин Симпсон, Руперт Ченнел и Немкод 1. Короче, у вас есть 24 часа на выполнение. Все.